из того, что я почерпнула. София живет в Таллине. Ага. Да-да-да. Но где-то между Таллином и Нью-Йорком, как я подсмотрела в Фейсбуке. Ну, да, скажем так, на самом деле я долгое время училась в Бостоне. Но сейчас, в данный момент, нахожусь в Таллине. Вот. В Бостоне джазовому вокалу или нет? Да, джазовому вокалу. Там есть такая прекрасная школа, которая называется Berklee College of Music. И сегодня со мной два музыканта, которые тоже там учились. Евгений Лебедев, Николай Мысенко. Привет, и, ребята. И, конечно же, Антоша Ревнюк. Он это, просто классный. Это, кстати, и Berklee вообще отдыхает. Это же контрабас. А вы все там тоже из Таллина, ребята? Нет. Все из Бостона. Из Москвы. Не-не, правда, интересно, как вы так географически из разных мест, ребят, вместе играете? Вот у вас целый коллектив сплоченный. Ну вот получается так, что джаз соединяет сердца, мысли музыкантов, и как-то вот люди друг друга находят по ритмам, по звукам. Иногда джаз и разбивает сердца. И кому как не нам это знать, друзья? Давай разобьем сердца. Разобьем пару сердечек этой холодной... Ой, да. Хотел сказать ночью, в Красноярске ночью. Давайте разобьем. А песни, которые вы исполняете? Это... называется Autumn Leaves, осенние листья. Вот. Все плохо. Три дня до окончания осени. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, a sunburned hand I used to hold. One, two. Since you went away, that day grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. The autumn leaves start to fall, sudden dreaming days at lately. Autumn leaves start.
are to София Рубина-Хантер у нас в студии. Браво, 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 браво.